зовут Кристина Ионова, и я часто отдыхаю с друзьями на Белой речке, и мне бы хотелось задать один важный вопрос. Когда там будут оборудованы места для отдыха? Потому что мы с друзьями чаще хотим там находиться. Кристина, в текущем году мы обязательно откроем наш пляж на Белой речке, как мы делаем это ежегодно. Мы проведем все необходимые мероприятия для организации безопасного отдыха людей на воде. Сделаем кабинки для переодевания, организуем места для сбора мусора, а также будут проведены мероприятия по организации спасателей на данном пляже. И в срок до 1 июня пляж будет открыт. Спасибо.